Взрыв в Ангарске в этом году происходит уже не в первый раз. В январе в этом городе на остановке общественного транспорта сработало самодельное взрывное устройство. Тогда никто не погиб, но тяжелые травмы получил мужчина. Врачи долгое время боролись за его жизнь. Сейчас пострадавшего уже выписали из больницы, но он продолжает лечение дома. Мужчине оформили первую группу инвалидности, и работать в ближайшее время он не сможет. Семья полностью живет на пенсию и на средства, которые собирают неравнодушные люди в социальных сетях. По словам ангарчанина, человек, устроивший взрыв на остановке, свою помощь не предлагал и вообще не выходил на пострадавшего. По одной из версий следствия, взрыв обвиняемый устроил из-за личной неприязни. Расследование уголовного дела продолжается, суд состоится, предположительно, в июле.